Шахта управления «Покровская» – одна большая дружная семья. Здесь заботятся о здоровье не только работников, но и их семей. Особое внимание уделяется детям. Лето же – это самый лучший период для укрепления иммунитета и развития физических способностей. Вот и в дошкольном учебном заведении «Голубок» поселка Шевченко, одного из трех детсадов, которые находятся на балансе шахтоуправления «Покровская», максимально используют возможности летней поры. Здесь все нацелено на то, чтобы за это время каждый воспитанник как можно больше окреп и закалился, научился понимать и беречь прекрасный мир природы. Детское образовательное учреждение номер 30 «Голубок» – это наш родной детский сад, является одним из объектов социальной сферы шахтоуправления «Покровская». Мы этому очень рады и этим очень гордимся. Все усилия работников шахты направлены на то, что детям нашим предоставляются все условия. Это и игровые площадки. У нас очень много развивающего оборудования и игр, которые мы выносные, настольные, двигательные. Летний период благоприятен для проведения физкультурно-оздоровительной работы. Большое внимание уделяется проведению закаливающих процедур. Дети ежедневно получают солнечные воздушные ванны во время прогулок. Для улучшения иммунитета проводится витаминизация. Дети ежедневно получают свежие фрукты и соки. Также проводится мониторинг калорийности питания. Соблюдается питьевой режим. Вся работа направлена на улучшение психического и физического здоровья детей, а также снижение роста заболеваемости. Каждое утро в детсаду «Голубок», где воспитывается 86 малышей не только из поселка Шевченко, а и соседних сел, начинается с радостных встреч. Родители передают своих деток в руки заботливых педагогов. Мамы очень довольны, что их мальчики и девочки посещают именно это дошкольное заведение, где так много внимания уделяется здоровью и всестороннему развитию подрастающего поколения. Лето – это самое любимое время года детишек, потому что летом в детском садике очень много развлечений, игр на улице. Детишки с огромным удовольствием участвуют в различных мероприятиях, которые проводятся в детском саду. Бегают, играют много на улице, а потом вечером вспоминают это, сидя с родителями, как хорошо было в детском садике. Наши детки очень любят свой детский сад. Родители, мы родители, всегда можем обратиться к воспитателю за помощью, за советом. Отдельно радует, что наши детки принимают участие в конкурсах, праздниках, открытых уроках, проводимых в детском саду. Большое спасибо всему коллективу детского сада «Голубок» за их доброту и терпение, и то, что отдают тепло своих сердец нашим деткам. Жизнь наших детей в детском саду «Голубок» в летнее время насыщена праздниками, развлечениями, играми и весельем. И для эмоционально насыщенной жизни малышей педагогами созданы комфортные условия, благодаря которым дети получают незабываемые впечатления. Новый день обязательно начинается с гимнастики на свежем воздухе. В этот раз малыши перевоплотились в маленьких зайчат, повторяя движение этого зверька под веселую музыку. Поэтому неудивительно, что уже с малых лет воспитанники детсада «Голубок» знают, в чем польза утренней зарядки. Мы каждый день делаем зарядку, чтобы быть красивыми и сильными, и здоровыми. Чтобы быть здоровым и шишливым. Чтобы быть здоровым и крепким и сильным. А в перерывах между занятиями ребятишки пьют здесь разнообразные соки. Тоже, чтобы быть здоровыми и энергичными. Он для взрослых и детей. Пейте соки, наслаждайтесь и здоровьем наливайтесь. Каждое занятие в этом детском саду направлено на то, чтобы укрепить здоровье детей, привить любовь к окружающей среде, трудолюбию, воспитать умение дружить и работать в коллективе. Весь день малышей проходит насыщенно и интересно, а тем более с такой оригинальной темой, как сегодня. Вы слыхали о воде? Говорят, она везде. Вот младшая группа с задором отвечает на вопросы воспитателя об этой неотъемлемой составляющей любого организма. В кране живет водичка, а еще? В море живет водичка. А еще где живет? В тучке. В тучках живет водичка.
А дальше с помощью той же воды детишки берутся за полезное дело. Помогают кукле Кате отстирать платьице. Причем трудятся и девочки, и мальчики. Теперь они точно будут знать, как и свою одежду содержать в чистоте. А в это время средняя группа затевает настоящее морское путешествие. Но прежде чем сесть в лодку, ребята выполняют веселое задание. Кормят акул, перетягивают канат, вылавливают из воды черепашек, отбирают нужные для водной экскурсии вещи. Воспитанников же старшей группы ждали познавательные опыты. Они с интересом рассматривали капельки воды под микроскопом, узнали, что она может принимать разную форму, окрашиваться, растворять, превращаться в пар и замерзать. Динка у нас в ручке. Пошевелите чуть-чуть, пошевелите. Вы чувствуете? Что-то с Динкой происходит. А ну-ка поднимите и посмотрите, что у вас в ручке осталось. Вода. Так что, Динка, это тоже вода? Да. Тоже вода. Только посмотрите, какая она. Потрогайте. Какая? Какая она? Холодная. А в конце был самый зрелищный эксперимент. С помощью обыкновенной воды и еще нескольких простых веществ дети вместе с воспитателем детсада создали мини-вулкан. В основу этого эксперимента также входит вода, но не обычная вода, а смешивали воду с краской и добавляли туда, в эту воду, краску, лимонную кислоту. Для детей это было очень интересно, познавательно. Мы всю эту жидкость, которую мы с ними сделали, вылили в основу нашего вулкана, и получилось у нас извержение. Ближе к обеду ребята разошлись по разным станциям и с помощью стихов рассказали о самых интересных уголках своего детского сада. Детки в садике живут, здесь играют и поют, здесь друзей себе находят, на прогулку с ними ходят. Мамы, папы все пришли, классы, кисти принесли и площадки помогли. Стал участок наш красивый, мы же в 10 раз счастливей. Воспитатели и малыши стали рады от души. Добро пожаловать на наш участок! Особая гордость воспитанников Голубка – маленький огород, разбитый прямо во дворе детсада, где они ухаживают за разными овощными культурами. Каждый вечер смотрим грядки, чтобы было все в порядке. Полем травку поливаем, мы следим за урожаем, потому что каждый год радует нас огород. Рядом несколько игровых площадок. Здесь каждый ребенок может найти себе занятие по душе. И, конечно же, песочницы, где почти всегда царит взаимопонимание. Везут в машинках красненьких песок туда-сюда. Бывают столкновения, но это не беда. Ссора на мгновение, а дружба навсегда. Летом природа предоставляет больше возможностей и для дружеского общения на свежем воздухе, и для развития физических способностей дошкольников. Ведь этот период является наиболее благоприятным для оздоровительной работы с детьми. В Голубке так организовывает жизнь ребятишек, чтобы каждый день приносил что-то новое, был наполнен интересным содержанием, укреплял и закаливал детский организм. Ведь все это составляющие счастливого и здорового будущего.